Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Хотим сегодня предложить вам прекрасный портрет, рисунок создателя канала Юрия Явина. Сливки Шоу – это украинский YouTube-канал, лицами которого являются кошка по имени Куки и хомяк по имени Степа. Формат канала – полезные советы, лайфхаки и другие познавательно-развлекательные видео. На январь 2021 года на основном канале подписалось 18 миллионов человек. Основной канал на YouTube был создан 11 декабря 2012 года Юрием Шевченко, псевдоним Янив. Изначально канал назывался Сливки Channel, и на нем выходили подборки смешных видео. Однако с угрозой блокировки из-за нарушения авторских прав создатель канала принял решение создать запасной канал под названием Сливки Channel 2. Теперь уже с 81 выпуска началась подборка публикаций, пока на основном канале было наложено ограничение со стороны YouTube. Позже название основного канала изменилось на Сливки Шоу, а второе на Сливки Channel. На основном канале стало появляться ролики познавательно-развлекательного жанра. Видео на типичные темы интересующих людей, видео в жанре топ и уже потом полезные советы, лайфхаки и другие познавательно-развлекательные видео. Второй канал тоже был некоторое время активен, однако ныне не обновлялся уже несколько лет. Позже на YouTube появились несколько мультиязычных версий канала. Сливки Шоу русская, английская, немецкая и ныне неактивная испанская и японская. На китайском языке канал доступен благодаря субтитрам. Также есть канал Куки. На нем можно посмотреть прекрасного котика, кошку. В 2016 году канал получил премию «Самый полезный канал Рунет». До 2020 года был самым популярным русскоязычным каналом. После его обогнал белорусский канал А4. Спасибо всем, кто смотрел нас. Подписывайтесь на наш канал, смотрите другие ролики. Всего доброго!